На улице Карла Маркса снова праздник. Уже полюбившийся многим горожанам фестиваль «Трикотажка Фест» прошел в воскресенье. Тема этого праздника – урбанистика. Чем сегодня угощаете жителей? Сосисками Сергиево-Посадского мясокомбината, горячим яблочным соком со специями и фруктами и хорошим настроением. Но гости праздника могли не только попробовать традиционное угощение от кафе, а еще и с пользой провести время. У нас есть лектории с лекциями от местных краеведов и историков о том, что история нашего города, что есть интересного. Отсюда будут стартовать сегодня несколько экскурсий пешеходных. Поэтому мы будем говорить вот как раз о людях, о городе, о том, как мы его любим. Какая улица Карла Маркса без Карла Маркса? Найдите портрет на улице Карла Маркса. Вот. Для того, чтобы отправить ответ, нужно просто его сфотографировать и прислать нам. Это одно из заданий квеста от сообщества «Гид Колорит». Квест проходит по городским деталям на улице Карла Маркса и ближайшим улочкам. Мы все-таки показываем именно жизнь города со стороны горожанина, да, то есть как мы видим город, что нам больше всего нравится в нем. И вот на это сделан упор. А сегодня ребята смогут, отсканировав QR-код, пройти небольшой маршрут вокруг трикотажки и посмотреть на какие-то определенные детали. С виду они очень обычные, но имеют очень богатый большой подтекст. И, естественно, мы, конечно, не могли без истории улицы и даже города в целом. В пикниковой зоне, присев на шезлонг, можно послушать лекцию о дизайн-коде от Анастасии Ереминой. Она уже 6 лет работает в консалтинговой компании, которая консультирует города по развитию стратегий, в том числе по дизайн-коду. Дизайн-код, он должен основываться на какой-то идентичности, на какой-то уникальности города. То есть в Сергиево-Посаде у нас там своя идентичность, в Саратове своя идентичность, и вывески тоже, они отличаются. Дизайн-код и вообще городская среда – это не только про какой-то там бизнес, про то, что вот должны быть красивые какие-то вывески, это вообще про уважение к человеку, к какой-то городской среде, то есть это все вопрос про те же заборы, то есть отсоединения, про какие-то огромные плакаты, которые мешают просто воспринимать действительность. Маркет изделий ручной работы, игровая зона для детей, мастер-классы по кубинским танцам и флористике – все это и многое другое на «Трикотажке Фест». Сезон уличных фестивалей открыт, но пока не так широко, как хотелось бы организаторам. Артем Исаев, Антон Коврижных, программа «События».